Сегодня в Чебоксарах прошла акция, посвященная Дню всех влюбленных. Всем горожанам герои праздника раздавали валентинки. На сердечном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Очень сильно люблю. Ты моя самая любимая дочка. Пап, я очень тебя сильно люблю. Акция «Город любит тебя» проходит в столице республики уже не первый год. Взаимные признания в любви звучат на улицах Чебоксар, создавая атмосферу праздника. Любой желающий может признаться в любви не только своему городу, но и своим любимым. Сегодня свои валентинки дарил и глава города Леонид Черкесов. Ну, я хочу признаться в любви нашему любимому городу Чебоксары. Я хочу признаться в любви нашим горожанам. И хочу сказать, я очень всех люблю. Пускай у вас много будет желающих поздравить вас с этим замечательным праздником. В прошлом году горожанам раздавали открытки, сделанные руками талантливых учеников творческих кружков и художественных школ. В этом году чебоксарцев ждут не менее приятные сюрпризы. Партнеры акции приготовили для них подарочные флаеры и карты со скидками. У нас акция будет длиться 2 дня. Сегодня, то есть на массовых точках города, то есть возле торговых центров, на остановке тоже раздаются флаеры. А завтра уже во всех вузах и СУЗах будут раздаваться тоже такие валентинки с подарочными флаерами. Когда любовь взаимна, она способна творить чудеса. В этот день столицы горожане чувствуют потребность друг к другу. С каждым годом участников акции становится все больше. Очень классно, что у нас в городе проходят такие акции. И как мы приятные делаем друг другу? Радуем приятными мелочами, сюрпризами. Пока еще не придумал. Самое главное, 14 февраля не ругаться ни на грамм. Вспоминать только хорошие моменты и делать радость друг для друга. И любить друг друга. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика.